Ну что, погнали. Дискотор, увы. Отплытие. Тайлатор отплытие. 3 дня спустя на победе лорда Рона. Прошло 3 дня, а этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили. Так, в путь если по говорить твоему зову. Музыка пустышка, блядь, так она тут орёт на полбом. Нужно разбить лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Сейчас будет типа обучающая фигня по ей. Известно ли что-нибудь о громе Задире? Клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь. Нет, вождь. От Задиры давно не было вестей. Проклятие. Куда же он подевался? Так. Построить логово и запил казармы 5. Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. Получив приказ добывать золото, раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Вот еще несколько рабов. Угу. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их. Там вообще минимум 5. Займемся этим. Запас вашего золота отображается в правой верхней части экрана. Этот запас растет по мере того, как рабы перетаскивают добытое золото в дом вождей. Вы только что указали сборный пункт, в который будут следовать все воины, нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт, выберите здание, в котором можно нанимать войска, и щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. Покупка занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось. Да-да! У вас почти не осталось древесины. Без этого ресурса вы не сможете продолжить строительство лагеря. Чтобы раб пошел рубить лес, выберите его и щелкните правой кнопкой мыши на ближайшем дереве. Получив приказ добывать древесину, раб начнет курсировать между лесом и ближайшим домом вождей. Чего хочешь? Готов скалывать. Лесопилка может значительно повысить эффективность работы лесорубов. Пусть один из ваших рабов построит ее рядом с лесом. Нужно золото! Нужно золото! Сделай! Дело сделано! Да! Нужно золото! Займемся этим. Готов? Да. Это вот тут, а, во, гнол. Не, вот там пожестче вроде. Чего хочешь? Да-да. Сделаю. Один, давайте 6 хотя бы. Я вождь. Дело сделано. Готов скалывать. Лесопилка также позволяет проводить различные усовершенствования. Нужна древесина. Займемся этим. Так, погнали. За честь. Огонь.
построен, вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения своей армии. Выберите казарму. Так, прибавил. Щелкните на кнопке «Бугай» в правом нижнем углу экрана. Продолжайте нанимать бугаев, пока задание игрушки не будет выполнено. А что это не без атаки? Моя жизнь принадлежит Орде. Да. Так. Чего прикажешь? Зак-зак! Лохтар-угар! Я вот! А? Моя жизнь и заследование завершено. Да? Угу. Да-да, с удовольствием. Лохтар-угар, чего прикажешь? Да? Да, ну это почти язычные, это типа читательные уровни, там будут сложные. Моя жизнь принадлежит Орде. Там будет сложные некоторые уровни потом, некоторые легкие, короче, кому как. Короче, я все уровни прошел в этой игре. Хозяин? Духи не знают усталости. Чего прикажешь, а? Моя жизнь принадлежит Орде. Да? Дело сделано. Дело сделано. Короче, делаем вот так вот, такой стрельбой. Чего прикажешь? Займемся этим. Да? Хозяин? Сквозь моя жизнь принадлежит Орде. Чего прикажешь? Духи не знают усталости. О, да. Орки, вы нарушаете приказ Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Блять, вас пятеро, вы без базы. Вы лезете на орков с базы. Они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это Гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на Задиру... Лохтар-угар, вперед, воины! Прогоним людей! Лохтар-угар! Табу! Так. Можно молнии, так. А? Время убивать! Духи, жалкие людишки уничтожены! Займемся этим! Должен быть на другом берегу реки. Переведите отряд корабль через мост и начните поиски. А? Лохтар! Лохтар-угар! Час пробил! Дому! Никто не уйдет! Моя жизнь принадлежит Орде! Одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, выберите раба. Я говорю еще раз, что вставать ничего не собирается. А затем на поврежденном здании. Ой, еще где-то заплел. Хозяин? Да, я вождь. А? Шкобу! Лохтар-угар! Хозяин?
Духи не знают усталости. Лорд Даруган! Чего прикажешь? Сазан! Я вождь! Час пробил! Время убивать! Моя жизнь принадлежит Орде! А, во! Дело сделано! Бюллен, бюллен! Лорд Даруган! Один я вижу вышел. Армия так разрослась, что на их содержание будет расходоваться часть ваших ресурсов. Да, согласен. Чем меньше, тем меньше бабла. Хотя и по сути несправедливо. 10 дают, потом плюс 7, а потом плюс 4 или сколько там, я не помню. Ну это, короче, вроде норм заклинания, вроде гейм. Если в одном отряде есть несколько магов, может возникнуть необходимость быстро перечислить за ними, чтобы использовать заклинание карты. И для этого вовсе не обязательно выбирать каждого из них по отдельности. Обратите внимание, в выбранном уровне соответствуют маленькие портреты. Один из портретов выделен в желтый ранг. Переключаться между панелями приказов выбранных воинов можно с помощью клавиши Tab или щелкая левой кнопкой мыши на соответствующем портрете. Ну и Tab, если у меня типа такое. И тут тот рыцарь летом. Происходит во дворе. Займемся этим. Хозяин? Да. И я вождь. Да, вождь. Лорд Даруган. А? Да. Хозяин? Скобу. Чего прикажешь? И я вождь. Да. Моя жизнь. Лорд Даруган. Мы нашли Грома. Но место, где его держат, окружено сторожевыми башнями. Нет, 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 не трогай. Нужно освободить Заиру. Понял. Я вождь. Хозяин? Духи не знают усталости. Умри. Лорд Даруган. Дело сделано. А? Займемся этим. Никто не уйдет. Я что-то там три дополнительных уже проходил раз, когда падал, если честно. В полном, братишка, пострадала только моя гордость. Забудем об этом. Мы
покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то! Идем, у меня есть идея. Мы могли бы одолжить у людей их корабли. Хорошая идея. Но нужно еще дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. В путь, юный трал. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Так, окей. Там альянс теперь должен открыться, да. Так что...